Здравствуйте, с вами Grafter Channel. Сегодня мы будем проходить миссию Молтрашер по стелсу на сложности Летвиш специально для сайта copland.ru. Странно, что я смог ready нажать, типа... Я еще не загрузился вообще. Окей. Мы будем захватывать численно второй этаж. Количество охранников с пейджерами здесь 5. Остальные без пейджера. Количество цивилов постоянно разное. Ну вот как раз пока два их. Вот можно было. Тот пока вдалеке. Я слежу за ним. Гражданский. Ой-ой-ой, какой у меня десинхронизация, это просто жесткая. А я ее нормально тут не видно. Но рассинхрон жесткий. Никогда не ломал тумбочки. Ну это так и вы забавно. Давайте сломаем пуш. Главное, чтобы на первом этаже не взять. Все под контролем. Ответить только на пейджер. За магазине автомобильном. Да. Ты уберешь труп? Да ладно, я уберу. Я уберу. Мне не трудно. У меня еще один получается, все правильно, да. Вообще никакие стекла нельзя ломать, просто по идее. Только в магазине. Вещи. Ладно, сумочки с ювелирочкой тогда. Ну вот уже 15. Был в сейф, конечно, но я его не стал ставить, потому что у меня нету дрели. Чё, магазин... А, точно. Ну да, у меня... А, нет, у меня вкачан. Так открывай пока, сейчас чё. Да уж, демонстрация остался на мокрышере. Скорее всего, на меньших сложностях будет меньше охранников, так что дерзайте. Ну да, раньше это было. Когда дозвиша не было, система стелса была другая. Или погоди, или когда поменяли систему стелса? По-моему, после выхода Дезвиша. Ну то все. Открывай пока кран. Или ты уже открыл? А вон, это все нормально. Уже... Ну, там ювелирным осталась сумка. Собственно, вот он и весь стелс. На самом деле, стелс тут очень легкий.
Кстати, а баг пофиксили с этим? Если шумно, надо звише поджечь одну комнату и там сидеть, типа. Нет, так можно. Нет. Кстати, их тут две. Ну, по-моему... Разве? Да, вот в этой, в большой. О, сумка можно. С деньгами. Блин, то, что десинхронизация, конечно, жесткая, это вообще. Что ты бьешь? Машинку. Зачем? Просто. Почему бы нет-то? Советую перед тем, как будет прилетать вертолет, секунд за 30 поставить ЕСЭ. Типа он скажет, что здесь. Типа вертолет пробивает крышу и ломает ее все. Да. Логично. Ну так как у нас 6 джаймеров, у нас есть целых 3 минуты остался. За счет заглушенных пейджеров. И телефонов. Потому что каждый длится 30 секунд. Что-то долго. Он сказал, что ли, 4 минуты будет лететь? Ааа. Скука. Больше времени занимает его прилет. Опа. А. Не, мы 4 минуты считал секунд уже. А, 2 минуты, 8:43, значит. Что там еще можно такое безумное пройти? По фанчику. Могу показать один прикол. Прикол? Пошли на умерси пройдем этот, да? На оверкилл 145+. Иди сюда. Иду. Да. Вдруг кто-то не знает. Чё? А, лол, в натуре. Не, там, по-моему, ещё ж на банк Хести есть этот, типа, под мостик, там можно, типа, встать и не выбраться. Кстати, блин, у меня какой-то вопрос был, вылетел с головы. А, лол, точно, вспомнил. Какого чёрта? Почему металлодетекторы не работают? Уже сколько патчей не работают? А это не металлодетектор, это на нём... Этикетки проверяются, типа ты ничего не вынесешь из магазина. А, точно. Туплю. Кстати, при Раше тут можно сидеть. Но смотри, считай, металлодетектор... Ну да. Все, точно. Типа... Раше, да, ты сидишь по углам. Ну они вот сюда зайдут, вот здесь вот Сивил лежит и... Они не заходят, они вот тут сразу падают, заходят. Вот сюда. А тут огонь дамажит, если огонь пустить. Так, ну, я он 8:43 прилетит, я поставлю через секунд 5. Нахрен ты взял мою сумку, урод? А, тут еще одна, ладно. Все тогда, так, ставлю. Подлетает. В прошлый раз они, кстати, не спалили разбитую крышу. Сейчас проверим еще разок. Палит они. Ну вот, я еще один джаймер поставлю, пофиг, все равно уже прошли. Хотя и есть в запасе 10 секунд. Ну все, вставай. Не услышали. Они не спалили. Да? Вон. Даже я вон всю крышку открыл, они не спалили. Нормально. Ну, собственно, вот и все видео. Спасибо. Спасибо за внимание. Возможно, вам понравится. До свидания. А, ну да, точно. Какое до свидания?
Еще же показать скилл-билд, хотя бы мой. Или я закончил? Нет, еще не закончил. Все правильно. Неудачник. Ладно, хоть тому ствол выпал нормально. Модификация. Это такие скиллы. В принципе, больше ничего не нужно. Главное, два прокачанных жанра. Да. И прямые руки. Спасибо. Вообще одного стопового хватит. Всем спасибо. До свидания.